прекрасно в нас влюбленное вино и теплый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва намучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, и опять осуждены идти все мимо, мимо, как мальчик игры, позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.